Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Я вас очень рада здесь видеть. Сегодня хочу вам показать, что я вышивала в июне и в июле. У меня есть 6 готовых работ, и мне бы хотелось ими с вами поделиться. Хочу начать с работы от Милхил. Я ее вышила, я оформила уже. Это вот такая вот телега с цветами. Классная работа. Интересно, здесь у нас есть стежки. Люблю вышивать на голубой перфорированной бумаге. Она так сразу освежает работу. Выглядит все очень по-цветочному, весеннему, летнему. Прям вообще обалденно. Работа вышивалась очень просто. Единственное, у меня здесь есть одна ошибка. Если видите, этот лепесток здесь правильно вышит, а вот этот немножечко я спустила вниз на один крестик. Его можно было бы, конечно, распустить и вышить заново, но проблема в том, что я беру нитку зеленую и вышиваю вот отсюда, сюда, 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 сюда. То есть пришлось бы распускать все. Я решила вот вышить один крестик и не мучиться, потому что, потому что не хотелось все распускать. Работа интересная, бисера здесь было много, вышивается она в 3 сложения, но я вышиваю в 2, поэтому мне всего хватило, и может даже хватит еще и на второй отшив. Нравятся здесь вот эти цветы, вот эти лепестки, так классно выполняются, они вообще вот объемно выглядят, прям хочется подойти и прям сорвать, либо понюхать. В общем, классные цветочки, бабочки, все такое прям ми-ми-ми здесь получилось. Единственное, что мне не нравится, это пуговица, хотя вот эта пуговица у нас как бы цветочек, но я здесь не вижу цветка, вижу какую-то кляксу, вот для меня это просто клякса. И она здесь, мне кажется, вообще ни к селу, ни к городу. И плюс она плохо окрашена, и вот она пришивается на бисер. Обычно у Милхил, ну не обычно, но в большинстве наборов я пришивала пуговицы на крестики. И поэтому они не так выпирают, как вот эта пуговица. И она меня немножко напрягает. В общем, не знаю, буду ее распускать или нет, еще подумаю. Но так как здесь везде есть бисер, она, в принципе, здесь и не нужна. Вот такая вот работа. По Милхилу даже еще не знаю, что еще рассказать, потому что тут вышивается все элементарно. Единственное, что у меня сейчас такой небольшой ступор с Милхил, потому что у меня наборов очень много, я хочу их вышивать постоянно, я их также сильно люблю, но проблема в том, что я смотрю правде в глаза, если можно так сказать, вижу, что бумага, она вообще недолговечна, и те работы, которые я вышивала, например, 3 года назад, 4 года назад, мне уже не очень нравится, так как там края такие немножко обшарпанные, да, я их подрезаю, но все равно как бы они выглядят не так, как бы мне хотелось. Поэтому я, наверное, буду вышивать Милхил теперь только на льне, либо на иде. Мне кажется, на иде вообще получается классно. Поэтому, скорее всего, буду вышивать так. Единственное, что на голубой бумаге я буду вышивать, наверное, всегда, потому что мне просто нравится этот оттенок, и я не могу. Хотя вот эти дырочки мне тоже очень нравятся, в общем, в бумаге. Не знаю, я как Сенька-переменька. Короче, буду думать, что с этим делать. Наверное, все-таки буду вышивать больше работ на льне. Дальше у меня была еще одна горе-работа. Это вот такая брошка от Паны. Если это можно назвать брошкой. В общем, это была первая брошка и первая моя гладь в жизни. Ну, что сказать, мне кажется, больше и не буду жить. Это была первая и последняя гладь, потому что, ну, у меня ручки, наверное, не с плечиков все-таки растут в этом деле, поэтому это не мое. Но мне понравилось, мне нравится брошка, мне все нравится, но как бы она не такая идеальная, что ли, как на картинке. Но я понимаю, что это первая моя гладь и брошка, первая блин комом, но все равно. Я старалась как могла, честно, перешивала несколько раз, и мне нравится панна, но ну вот у меня так все вышло, что же делать. Следующая работа, это от Терезы Когут у меня была, такие американские овечки, которые мне очень нравятся. Я купила этот сюжет, все, я прям загорелась, влюбилась и ни о чем думать больше не могла. Эта работа вышивалась мне достаточно быстро, я вышла за 2 месяца, если брать в целом. Ниток у меня всех хватило, единственное, что у меня цвет оникс закончился, все это остальное у меня вот остаточки. Что мне хотелось по ней сказать? Я вышивала здесь по-своему, то есть я сделала большие замены, ну, например, она вышивается в 2 сложения на 35-м каунте. Я вышивала в 1 сложение на 36-м, потому что я не люблю вышивать
на мелком каунте в два сложения. Я понимаю, что это выглядит намного красивее, но я не могу. Вот я хочу, чтобы у меня был процесс удовольствия. Вообще, что я делаю в жизни, я хочу, чтобы у меня было все с удовольствием. Поэтому мучить себя мне не хотелось. Я вышивала в одно сложение. На 36-м. Можно было взять 32-й каунт и вышивать в два сложения. И также поменяла основу с салатовой на коричневую. Ну, если так, грубо говоря, да. О чем я, конечно, потом впредь. Ну, я пожалела, но сейчас я смотрю и уже думаю, да, ничего, вроде так работа выглядит. У меня просто не было зеленого, такой зеленой, зеленоватой основы. Я взяла то, что у меня было. Хотелось мне вышивать срочно, в ночи, прям все. Не могла ждать заказ, поэтому я начала сразу. Это у меня ткань. Вот Эдинбург 36-30009. Что сказать? Все, мне здесь нравится. Единственное, овечки немножко смущают. Давайте покажу вам их чуть поближе. Они у меня такие цвета капучинка. Конечно, хотелось бы, чтобы они были белые, и можно было бы перевышивать, но я уже не хочу этим заниматься. Для меня эта работа закончена, и все. Видите, какой цвет мне пришел? Точнее, сама я его купила. Вот, он такой коричневый, поэтому откуда здесь будут белые овечки? Это же нитки ручного окрашения, поэтому вот что есть, то есть. Как покрасили, так и вышиваем. Единственное, что меня, как обычно, удивляет в примитивах, то, что здесь, блин, 5 крестиков крестом кладут целую пасму, да. Например, вот здесь вот такой цвет есть, вот он, смотрите, где используется, и все. Это цвет, по-моему, Хаванна, да. Его практически не используются, да. Можно было бы заменить Димси, но так как я люблю вышивать его по ключу, поэтому... Я ничего не меняла, но вот кто будет вышивать подбором, имейте в виду, что некоторые оттенки можно было бы и в Димси. Ну, например, вот этот желтый, мне кажется, тоже можно было подобрать в Димси. Бордовый здесь, вот этот бордовый, который окантовка весь сделается, я бы не сказала, что я вижу переходы. Красный, может, оставила бы, но точно бы оставила вот этот белый, но вышивала бы на другой основе и, наверное, салатовый. Но вообще, вот цвета в X-Dye Works очень такие приглушенные, природные, и они мне очень этим нравятся. Ну и сами синиточки неплохие. В общем, да, остатков здесь много. Покажу вам чуть-чуть поближе. Сейчас. Видите, так как 36-й каунт, здесь достаточно большие просветы, и вот мне напоминает работа Plum Street Samplers, потому что Plum Street Samplers часто вышивается на 36-м каунте. И вот у меня есть похожая работа, которая также выглядит с такими просветами. Вот. Красивая работа. Если еще и по-красивому оформить, было бы вообще обалденно. Это была работа номер 3. Дальше пойдет у нас Shepherd. Shepherd's Bush. Не помню, как называется набор. Все вот эти наборы, которые у меня здесь есть, практически остатки я все отдала, поэтому превью показать не могу. Но в этом наборе мне всего хватило. Меня он очень порадовал. Сразу скажу, что основа не передается правильно. Она очень розового такого цвета, прям такого яркого, может, розового. Нет, что-то такого. Передается очень смутно. Вот мой пастушок. Как мне нравятся эти пухляшки. Не могу ничего с собой поделать. Так и хочется их вышивать. Здесь птички, цветочки. Смотрите, какие красивые. Листочки. Узор. Корзина с яйцами. Яйцами. В общем, ну, вы поняли. Узор. Цветы, ежики. Опять цветы, узор, овощи, свекла, морковка, заяц обалденный и овечки. В общем, вышивается это все дело в одну нить, и мне это очень нравится. Обожаю вышивать в одну нить, и все, я фанатею. Поэтому здесь у нас был 32-й каунт, и вообще Shepherd's Bush часто кладет в свои наборы 32-й каунт. Мне кажется, практически всегда, никогда не видела 28-й либо 36-й.
Вот, немножко помялась, так я гладила, но ничего страшного. А, вот все вот эти маленькие наборы, а сейчас больше такие сэмплеры, которые размером с руку, но мне кажется, их вышивать, не вышивать, а оформлять сэмплер, не очень-то даже красиво это будет. То есть она совсем маленькая, если брать еще, например, большое паспорто, то она совсем потеряется. Ее можно в Белпул оформить. Вот Белпул для нее, мне кажется, это самое то, потому что, ну, работа маленькая, и симпатично, вот как работает Just Nine. Вообще, мне Shepherd's Bush напоминает немного Just Nine, так как много одиночек, есть бисер, есть этот пришивной элемент, нитки, шелк, ну, либо Weekday Works, либо DMC. Вот, в общем, классные такие наборы. Смотрите, какие стежки есть интересные. Сам пастушок. Хочется, конечно, оформить все, все, что есть. Дальше у меня была работа также Shepherd's Bush. Это Sophie Roses, по-моему, работа называется. Она у меня немножко пострадала. Это была первая моя работа в жизни, которая полиняла. В общем, я ее вышила, постирала в теплой воде, что делать нельзя, так как здесь у нас только шелк, и его нельзя стирать в теплой воде. Но так как я до этого стирала, ничего не текло, все было окей. Я думаю, ну и в этот раз бы так я постирала, положила сушить и ушла. Прихожу через 2 часа, смотрю, а у меня здесь все поплыло, вот вообще все. Везде, где тут бордовый цвет, у меня все поплыло. Я расстроилась, думаю, боже, что делать, что делать. Запостила этот пост в Инстаграм, девочки посоветовали мне в холодной воде отмочить. Отмочила на пару часов в холодной воде. Прихожу, бордовый цвет немножко здесь вот так вот у меня убрался, но другая беда, у меня зеленый пропал, то есть он стал таким нежно-голубым. И я думаю, ну, ё-моё, что же мне делать? То есть, видите, вот здесь вот крыша, она такая голубоватая, да? То есть весь этот зеленый цвет, он высел до цвета вот этой крыши. И я не стала переживать, думаю, пусть так и будет, как напоминание о том дыне. И, ну, еще и зеленого цвета, конечно, не хватило, поэтому не стала перевышивать. И я, в общем, расстроилась немножко, потому что, ну, это же вышивка, чего же там совсем страдать по ней. И просто взяла, распорола весь этот зеленый цвет, весь этот бэкстич, лепестки, вот здесь такие фиолетовые, и здесь бэкстич, в общем, все распорола и начала вышивать заново. И я вышила все это дело за 2 вечера с легкостью, то есть она элементарно вышивается, серьезно, такая простая работа. И вышивать ее даже второй раз мне безумно понравилось. Представляете? Вот, ну, такие дела. В общем, все эти работы я только стираю в холодной воде и только так быстренько, так чик-чик-чик, под краном, без тазиков. В общем, она немножко замученная такая у меня, эта ткань, но все равно вот покажу вам поближе, как это все выглядит. Вот у меня, вот, знаете, у некоторых людей котики тут ходят, а у нас тут я хожу дома как котик, потому что я линяю. Так, вот, ну, красиво, конечно, все выглядит. Цвета чуть нежнее, чем есть на самом деле. Еще я начала заново вышивать вот эти зеленые, да, лепестки и вьюнки, и у меня не хватило зеленого цвета. То есть вот здесь у меня используется один цвет, а вот здесь и вот здесь другой зеленый. Я не знаю, видно или нет, но вот этот зеленый чуть поярче, чем... Например, вот это. Если я никому, наверное, не сказала, может, никто не заметил, а так вот я чуть-чуть вижу. Вот. В общем, вот такая красота. Нравится мне эта работа, ничуть не меньше. Кстати, ниток всех хватило, и мне нравится набор Shepherd's Bush, что там ниток кладут вдоволь, тебе даже хватит вышить второй сюжет. Может, чуть-чуть чего-то не хватит, но можно подобрать. Здесь у меня зеленый цвет ушел на второй сюжет, да, то есть, получается, я заново все вышло зеленого цвета, но все равно ниток других осталось очень много. Прям классно, люблю шелк, мне нравится им вышивать, он так красиво поблескивает. В общем, прекрасная моя девочка, вообще не могу. Милашка. Конечно же, я не могла остановиться на ней и вышла ей сразу же пару. Это Питер. Ферма Питера, по-моему, так набор переводится. Здесь у меня, кстати, есть даже превью, вот, потому что я бы закончила уже в Штатах и взяла с собой. Вот так вот выглядит превью, вот так выглядит отшив. Многие ругаются, что превью чуть бледнее, чем отшив на самом деле, но, знаете, не всегда. Вот у меня как бы нет вопросов. Я вижу то же самое, что и здесь. Да, немножко бывает цвета чуть-чуть
другие. Но, во-первых, это фотография. То есть, я не знаю, фотошопили в 90-м каком году. Либо нет, вряд ли, в 99-м. Вот. Ну, не знаю. Иногда выглядит поярче, потому что, мне кажется, вышито в две нити. А нам сказано вышивать в одну. Но не знаю. В общем, мне нравится результат, и я довольна. Классно, конечно, подобрана вот эта вся экспозиция здесь с морковкой. Прям смотришь, и так хорошо на душе. Здесь у меня всего хватило, как обычно. Вот, смотрите, остается, мне кажется, половина. Даже еще останется немного вышить. Два набора, еще что-нибудь останется. Но при черном цвете 100%. Люблю наборы Shoppers за то, что они комплектуют свои наборы полностью с органайзером, с нитками, с иголками, с бисером, красивая бумага, все такое прям обалденное. В общем, нравится все. Я тут совсем уже помешалась на Shepherd's Bush. На самом деле, просто я когда летела домой в Россию, думала, что мне взять? Либо один большой набор Dimensions, только его вышивать, либо взять несколько маленьких. Поэтому подумала, возьму я лучше маленькие наборы и буду вышивать каждый раз что-то новенькое. Поэтому вот так у меня и получилось лето Shepherd's Bush. Вот, здесь мне всего хватило, но вот этот квадратик я немного спустила вниз, и поэтому мне пришлось распустить белый цвет и зеленый. И белого цвета кремового у меня вот здесь вот не хватило. И я его взяла с другого набора, но не хватило буквально одной ниточки. Вот, какие цвета красивые, правда? Такие нежные прям. Многим, кстати, больше нравится Питер, нежели чем Софи. Скажите, что нравится больше вам, даже интересно. Мне всегда больше нравилась Софи, а сейчас смотрю и понимаю, что, наверное, даже и Питер мне нравится очень. Не могу решить. В общем, я так, когда покупала, тоже не могла решить, поэтому взяла сразу два набора. Вот. У меня вообще есть такая проблема, я не могу выбрать. И когда, например, иду в магазин, и там висит два платья, только разные принты, но они абсолютно одинаковые, я всегда беру два платья. Две кофты, двое кроссовок. И у меня так все по два, по три. Потому что мне тяжело выбрать, я просто не парюсь и беру несколько. В общем, посмотрите, во-первых, какие цвета и какие стежки. Вышивать эту работу было очень-очень интересно. У меня, конечно, здесь есть небольшие протяжки, но как уж без них, потому что, видите, какая работа. То есть только бэкстич. А вот это даже не простой крестик. Здесь делается большой крест, и по бокам вот такие вот маленькие. Я знаю эту технику, Just Nan использовала. Я там как-то в сэмплере в одном видела. Стрекоза. Ну, то есть стрекоза — это вообще стрекоза-пленительница. Мне очень нравится. Она выполнена, я даже не знаю из чего, но мне кажется, это какая-то как вот глина полимерная, что ли. Похоже на твердый пластилин. Шапочка. Грабельки. Вот здесь такой, смотрите, какой квадратик интересный здесь. Стежок необычный. Очень красиво переливает. Вообще, шелковые нитки, это, конечно, вообще вау. Но сфотографировать, конечно, эти работы сложно, потому что они, походу, не любят камеру. Так же, как и мелхи. Вот, вот такая красота. Здесь у нас, видите, целый огород. В общем, я очень довольна, что вышла эти две работы. Конечно же, вижу их оформленными вместе. Вот, кстати, так производитель предлагает нам оформить Питера. Ну, вот я помню, у Розы, точнее, у Софи с розочками, у нее были вот здесь такие цветочки. Поэтому, мне кажется, это оформление обалденное. Все вот эти маты, да, можно купить на сайте Shepherd's Bush вроде. Вот, в общем, красавцы мои, так они мне нравятся, не могу на них налюбоваться. Она такая нежная, и он такой нежный, только он такой весенний, а она летняя. В общем, все, я вообще расплываюсь в улыбке, когда про них говорю. Дальше покажу вам, что я начала вышивать. Другое, в общем, у меня за этот год начато 21 работа, и 19 из них вышито, 19. Они, конечно, маленькие, средние, да, такие, нет больших работ, как Dimensions Gold Collection. Ну, еще все впереди, у меня еще есть полгода, ну, чуть меньше, и я, конечно же, буду вышивать, наверстывать. По крайней мере, планирую вышить два набора Dimensions, так точно. И вот скажите, вам было бы интересно посмотреть видео о работе, которую я вышла полгода, то есть за полгода, да, в этих 20 практически. И напишите, пожалуйста, кто вам больше нравится, Софи или Питер. Мне было бы действительно очень интересно посмотреть.
статистику. В общем, я приехала и вчера начала вышивать свою даму. У нас жара, 30 градусов, вышивать, как обычно, невозможно. Но я все-таки решила, что хочу повышивать, взяла вот этот вот набор себе в процессы. Почему? Потому что у меня есть два набора, которые я начала, но не продвигала. Вот я хочу эти наборы вышить до конца лета и плюс начать еще один Shepherd's Bush Roll, скорее всего. Вот, и потом осенью можно начинать что-нибудь осеннее. Я хочу снять видео о своих осенних планах. Мне кажется, они будут очень интересные. Вот. Моя дама, Мэри Моташт, сэмплер. Обожаю этот сэмплер. У меня к нему вообще невероятная любовь. И тут недавно я видела его в оригинале, да, кусочек фотографии. Это Needle Work Press. И я увидела у них фотографию. Я влюбилась. Как же красиво она выглядит. Вообще такая состаренная ткань. Такое все старенькое. Прям вообще вау-вау. Хоть бери и нарочно как-то, не знаю, порть вышивку, чтобы было, так, знаете, эффект такой винтажности. Вчера я повышивала только вот эти волосы и все. Это щеки, это рот. Вот здесь будут глаза. Поэтому не обращайте внимания, это у нее не глаза такие красные, больные, просто щечки. Вот. Здесь у нас будет такой большой цветочек. Это, по-моему, оливковая ветвь, если я не ошибаюсь. Здесь будут ангелочки, надписи. И мне очень-очень нравится этот сэмплер. Я вышиваю нитками UX Dye Works, Gentle Art и DMC. Ну, конечно, вот, если честно, я не могу сказать, что здесь у меня Gentle Art. Мне кажется, это выглядит плюс-минус одинаково, как DMC. Единственное, что да, вот это вот поле, оно отличается. А так, вот такие маленькие элементы, может, и можно было бы вышить и DMC. В общем, планирую его вышивать летом, не знаю, закончу, нет. Так как это 40-й каунт, вышивается очень сложно, для глаз неудобно. И он достаточно объемный. Несмотря на то, что он такой небольшой, кажется. И еще один сюжет, который я планирую вышить этим летом, это вот Building Memories от Dimensions. Я его начала в этом году, не помню когда, но зимой. И планирую его вышивать. Здесь у меня, как видите, в принципе, самая такая основная часть вышита, это мальчик и дедушка. То есть все остальное это пойдет бэкстич. Единственное, что нужно взяться. Я немножко соскучилась по крестикам во много сложений, поэтому думаю, я с таким, знаете, с аппетитом возьмусь за этот сюжет и буду его вышивать. Хотя мне хочется начать совсем другой, но я буду держаться и хочу завершить этот сюжет, потому что если я не закончу его, он у меня идет по-любому долгострой. Вот, а тут вышивать-то осталось мало. В общем, вот такой классный сюжет, тоже летний такой. Давно его хотела, наконец-таки у меня появился, буду его вышивать. И еще какой-нибудь наборчик начну. В общем, это будут все мои планы до конца лета. Планы на осень я сниму чуть-чуть попозже. В общем, это было все. Надеюсь, вам понравилось это короткое видео. Вы хорошо провели со мной время. И всем спасибо большое. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Сейчас у нас будет вкусненький завтрак с таким красивым видом. Потом вот позади остался Гранд Каньон, а вот здесь у нас будет подкова, куда мы сейчас поедем. Там стоят индейцы, подают свои обереги и нефтистов. Нужно их купить. Пойдем, покажу. Вот. Ну, здорово.